Депутаты нового созыва провели свою первую сессию. Более половины горсовета состоит из новичков. По итогам голосования большинство избранных депутатов были выдвинуты от политической партии «Единая Россия». Всем депутатам были вручены удостоверения народных избранников. От имени территориальной избирательной комиссии поздравляю вас с завершением избирательной кампании, с получением депутатских мандатов и началом работы в Десногорском городском совете. В соответствии с регламентом, до избрания нового председателя городского совета сессию продолжил старейший из депутатов Арцвик Аветисян. Предлагаю утвердить на основном пока, не целом, повестке дня выборы председателя Десногорского городского совета, выборы заместителя председателя Десногорского городского совета, формирование постоянных депутатских комиссий Десногорского городского совета и выборы их председателей и заместителей председателей, и разные приступить это предложение. Под его руководством необходимо было рассмотреть основной вопрос этого дня – выбор председателя городского совета. Закрытым голосованием счетной комиссии состава депутатов выдвинутая кандидатура Дивакова Юрия Сергеевича утверждена не была. При этом открытым голосованием он был избран исполняющим обязанности. Вопрос утверждения кандидатуры председателя Десногорского городского совета остался открытым и будет перенесен на следующий городской совет. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.